200 лет назад в усадьбе Покровская-Засекино кипела светская жизнь. Здесь вели приемы, танцевали, восхищались русским балетом. Оживить пространство и наполнить его творчеством получилось у организаторов одноименного фестиваля. Праздник проходит второй год подряд. Одинцовский городской округ славится историческими усадьбами. И работники культуры, проводя мероприятия здесь, в исторических местах, делают акцент на важности сохранения исторического и культурного наследия нашей родной Одинцовской земли. К проведению арт-фестиваля готовятся заранее. Подобные мероприятия помогают сохранить народные традиции. Гостям предложили обширную программу. Все желающие могли принять участие в народных играх и забавах, танцевальных флешмобах или мастер-классах. В этот раз очень много было заявок на мастер-классы. Гончарное дело, роспись пряников, игрушек. Очень много по изобразительному искусству, пленэров на свежем воздухе. Мне здесь очень понравилось. Мне вообще нравится русский фольклор. Тут столько разных мастеров, которые живут прям вот бок о бок с ними мы живем здесь. Столько разных ремесленных изготовлений. Это так классно! Народные песни – это музыкальное творчество нации. Они передаются из уст в уста и остаются в памяти поколений. У нас раскрывается душа русская. И все, что у нас есть, мы дарим нашим зрителям. Настроение, радость, веселье. Ну и, конечно, немножечко грустинки. Гости могли не только послушать музыкальные произведения, но и поиграть на инструментах. Как известно, музыкальную терапию нередко используют в качестве лечебного средства. Здесь можно поиграть на всем, чем угодно, попытаться услышать себя, других. Инструменты этнические, народные, в том числе и русские народные, и струнные, ударные, разные инструменты. В стране не остались ни взрослые, ни дети. Каждый нашел себе занятие по душе, а хорошая погода сделала этот день ярким и запоминающимся. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».